Добровольная акция «Неделя леса» объединяет многих. Не стали исключением и работники Брестского облсполкома во главе с председателем Юрием Шулейко. Сменив деловые костюмы на рабочую форму, вместе с работниками лесхоза чиновники с азартом взялись за дело. Совместный труд объединяет, тем более, что дело-то хорошее. Уже через несколько десятков лет на этой культивированной лесосеке в Брестском районе площадью в 5 гектаров появится красивый сосновый лес. В целом мы планируем высадить порядка 2 миллионов. Вот цифры таковы. Прошлый год мы высадили 1 300 000 где-то, это 280 гектаров. Сейчас планируем высадить 2 миллиона, это где-то на 400 гектарах. Это различные участки, их будет порядка 330-350 будет, где будет посажен материал, который подготовлен для, в области для посадки волонтерами леса. Ты садишь лес, ты садишь будущее, да, ты сегодня делаешь шаг вперед природе для того, чтобы легкие Беларуси это в будущем и материал для переработки. Поэтому в стране принята серьезнейшая программа сохранения и переработки сегодня леса, посадки мы возобновляем. Поэтому у нас сегодня и в стране сильно развита деревообрабатывающая промышленность. В 2021 году кампания, приуроченная Году народного единства, охватила все регионы страны. Ее участниками стали люди неравнодушные. И таких только в Брестской области более 6 тысяч человек. А потому таких масштабов, что касается и количества высаженных деревьев и людей, принявших участие, давно не было. За время акции мы планируем посадить за эту неделю более 460 гектаров леса. А вообще в этом году у нас план 4650 гектаров. Это меньше, чем в прошлом году, потому как в этом году уже нет такой беды у нас в лесу, как жук-короед, который в прошлом году еще мы боролись с ним и успешно. В этом году на Брещине высадят 4650 гектаров новых лесов. Выполнено уже около 50% работ. Лесхозы на юге региона начали посадки чуть раньше, позволили погодные условия. К слову, до конца апреля работы по созданию и дополнению лесных культур планируется закончить. Но благоустройство на этом не завершается. Впереди еще много дел и планов. Каждая весна всегда ассоциируется каждого хозяина с наведением порядка. Сегодня во всех фактически районах уже приступили к наведению порядка в селах, в городках, в районных центрах, в том числе мы в городе серьезно наводим порядок. Это касается, конечно, уборки мусора, который образовался, бытового, в том числе за осенне-зимний период, то, что еще весной. Мы сегодня начинаем ремонтировать дорожное покрытие, уже температуры позволяют. Вы видите, насколько это в городе в этом году мы активно ведем ремонт ямочного, критический ремонт, его еще продолжим. Будут положены несколько связующих новых абсолютно дорожных покрытий, которые улучшат инфраструктуру города. Ну и, конечно, отзывы граждан, в том числе и Бреста, наверное, будут положительны в сторону руководства области, города в том числе. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.